Всем доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у меня уже пятница. Время 9 часов. Я сейчас поеду в город по делам. А хотела вот что показать. Сегодня я для Светы сделала кое-какой сюрприз. Она мне давно об этом... Ну, тут увидали, получается, в интернете. Мне подруга скинула. Она говорит, мам, хочу. Я договорилась. Мне сегодня их прислали. Сейчас покажу, что я для Светы пришло. Она прям очень довольна. Я сейчас нахожусь у Егора в комнате. А вот то, что у меня пришло для моей дочери. Как вы все знаете, она любитель кактусов. Мы тут увидели, мне подруга скинула в интернете то, что отдают кактусы. И Света говорит, мам, хочу. Ну и мы забрали. Тут в одном кактусе даже засохший этот жучок. И вот такая вот красота у нас появилась. Света прям с утра довольна, расставила их все здесь. Вот эти вот очень красивые, только тут какой-то мусор попал. Вот такая вот красота у нее пришла. Ну, очень красивые, очень хорошенькие. Этот, видите, сейчас специально так повернула, чтобы он туда немножко повернулся, а то он как-то не такой. А так вообще красивенький. Вот этот вот тоже прикольный. Света так долго их разглядывала, смотрела. Но ребенок счастлив, а это главное. Я знаю, что сейчас многие скажут, Настя, куда тебе столько их? Ребенок хочет, значит, надо. Вот так вот я вам скажу. Пока ребенок просит, значит, будет. Ладно? Я буду собираться в город, а вы оставайтесь с нами. Забрала я Оксю, да, Оксана? Угу. Покажи, что купили. Наушники, дай сюда. У меня ребята опять оборвали провода на наушниках. Я вот такие вот за 249 рублей взяла. Две пары. Одни Егорки на компьютер, одни себе. А то у нас там Ваня, да, постоянно рвет. Ну, хоть это Ванюха. Хоть ты что делай. Мультики смотрит, шевелится и получается так, что рвет. Ладно, ждем автобус и едем домой. Дорогие друзья, идем мы с Оксаной, зашли, забрали куклу. Вот такая вот огромная. Чуть больше, наверное, Вани. У меня девочки увидали в интернете, говорят, мама, надо. Но раз надо, мама взяла. За 500 рублей взяли вот такую большую. Оксана со мной идет. Да, Оксана? Оксана, ты рада кукле? Да. Она очень большая. Ладно, идем. Пришли домой. Смотрите, какая она огромная. Почти с Оксанку ростом. Ну-ка, поставь рядом с собой на землю. И прямо стоим. О, тебе по пояс. Бери, пошли Ваньку радовать. Еле донесли до дома. Да, Оксана? Оксана довольная и счастливая, да? Ты счастлива? Да. Вот. Как еще радовать детей? Вот так вот и радуем. Ладно, идем домой. Дорогие друзья, у нас опять уже выезд в город, но это на съездить забрать справку Ильюшки для стипендии. Он как, ну то, что мы многодетная малоимущая семья, и мы ему сделали стипендию. Поэтому вот мне позвонили уже, после того, как я домой приехала, сказали, что можно приехать забрать справку. Поэтому мне приходится опять ехать в город. Это вынужденная поездка, так что не пишите, что я по 100 раз в день катаюсь в город. Ладно, едем за справкой, и надо зайти в Альберис забрать коврики для холодильника. Дорогие друзья, у нас уже вечер, я уже съездила в город, взяла справку. И сходила на почту, получила посылку. Потом приду вместе с вами распакуем. Там очень хорошего качества игрушки пришли. Машинки, да, Тайсон? Сейчас мы идем в садик. Иду, дорогие друзья, в садик. Посмотрите, какая красота в лесу. Листья желтые. Что-то мне икота настала прям. Икаю. Уже и попила, думаю. И все равно и как. Кто же мне так вспоминает? Наверное, бабушка моя. Вот такая вот у нас интересная погода. Осень красива. Особенно вот когда по дороге едешь, да. Листья желтые, красные, зеленые. Всякие. Там вот собачка какая-то бегает в травке. Ладно, идем в садик за Маришкой. Всем добрый вечер.
возобновляю рубрику «Вопрос-ответ». У нас сегодня интернет плохо идет, поэтому не могу никак включить комментарии, чтобы ваши почитать и поотвечать на ваши вопросы. По поводу ремонта. Делаем кухню. Что делаем? Пятно у меня там не замазывалось. Я спрашивала у Оли с Антоном, чем можно замазать, так как Антон работал в магазине с красками. Да что? Он мне подсказал. Я сегодня купила краску. Фотографию вставлю, какую купила. Она была по 209 рублей краска. Это не знаю, поможет или нет. Попробую. Потому что я замазывала и мастикой, и клеем уже замазывала. Для обоев клеем ПВА. И чем только я не делала, пятна все равно проступают. Я и соскабливала, и что только не делала. Знаете, я уже устала соскабливать, устала все это делать. Ну, вот последнее попробую, не исчезнут, но, значит, так и останется. Сейчас попробую поотвечать на ваши вопросы. Только лишь бы интернет пошел нормально, а то у нас сегодня связь вообще плохая. Приношу сразу извинения за посторонние звуки. У меня детки дома маленькие, поэтому уж извините. Блин, не могу. Интернет не срабатывает. Интернет. Какая же это штука. Без интернета, мне кажется, сейчас никто и нигде никак ничего не может, да? Так, Катя, закрой, пожалуйста, дверь, чтобы шума не было. Так. Ищем ваши вопросы. Вопросов, ребята, очень много. Первый вопрос от зрителя. Нас 5000, поздравляем. Дорогие друзья, я вам должна огромное спасибо сказать. Если бы не вы, у меня бы не было бы вас так много. Я очень рада за огромное вам спасибо. Дай Бог вам всем здоровья и всего-всего-всего самого хорошего. Куда пропала Вера, что прислала мультиварку? Да она никуда не пропала. Она мне писала, что она смотрит, но не пишет комментарии. А так она смотрит. Если у вас слив от машинки, почему не сделаете от раковины? Будем нынче делать на раковину тоже слив. Плесень на обоих больше не вылазит. Тьфу-тьфу-тьфу, ребята, больше не вылазит. Я прям рада. Я каждый раз осматриваю все свои стены. Это что-то с чем-то. Но вот после обработки вот это вот средством вообще все пропало. Это вообще... Я прям нарадоваться не могу. Так, Настя, почему в детстве вы оказались в реанимации? Я не хочу про это говорить. Ну, могу одно сказать, что не от хорошей жизни. Там, как я не жила, я выживала. Я жила на улице. В тот момент, когда моей маме не до меня было, она меня просто выгоняла на улицу. Я жила на улице. Где получится, там и спала. И зимой, и летом. Поэтому... Не будем о хорошем, будем только о плохом. Я не хочу про это вообще вспоминать. Я стараюсь это все забывать. Ну, не очень получается. Ткань на юбку Свете купили? Нет, еще не купила. Я не знаю, какую мне ткань покупать. Я не разбираюсь в тканях. Понимаете, в чем дело? Покупки делаете одновременно Марине и Ване. Но я и так стараюсь и Марине, и Ване делать. Она тоже маленькая. Да я знаю, ребят, я стараюсь и Марине, и Ване, и всем делать покупки. Так, маски детям лучше не используй, они портят кожу. Да я Свете уже говорила, но у нее вот эти вот, как они называются, угри полезли, и она стала делать и задирает все, чтобы у нее не было их. Сколько ведер картошки было посажено? А мы никогда не считаем, сколько мы ведер садим. Сколько посажено, сколько выросло, дай бог, что выросло. Почему пол не залили цементом, а решили положить ДСП? Каким цементом еще заливать? Я такое ни разу не слышала, чтобы цементом заливали. Как вы купили этот дом? Этот дом я поменяла. У меня была когда-то комната в общежитии. Я ее поменяла на этот дом с нашей администрацией. Твой самый лучший день в твоей жизни. Самые лучшие мои дни. Это 8 дней. Это дни рождения моих детей.
Это самые, мне кажется, лучшие дни для любой матери. Ваши шторы – это ностальгия по моему детству. Ну да, это шторы мне когда-то моя бабушка давала. Мне тоже они очень нравятся. Настя, расскажи про свое детство. Думаю, что у многих есть такое же воспоминание. Я, наоборот, стараюсь забыть. Я не хочу. Мне 36 лет. Папа пил, бил часто. Уходил к бабушке, чтобы это не видеть. Ну, хорошо у вас бабушки были на тот момент. Моя бабушка тогда далеко жила. Вот она меня в 11 лет уже забрала. И после 11 лет я поняла, что такое жизнь. До 11 лет я не жила, я выживала. Что с Бусинкой и Яриком? Ярик — это у нас был той терьер, мы его продали. А Бусинку я отдала знакомой. Где ваши три аквариума? Аквариумы есть, но рыбки все померли. У меня ребенок опять просит аквариум поставить. Но я не знаю, что. Улитки живые еще, да, живые улитки. Все хорошо с ними. Мы большую часть раздали улиток. Оставили там все несколько штук буквально. Где вы тогда набывали, надыбали манекен, что Егор возил в коляске? У меня манекены эти все еще есть, ребята. Они просто на чердаке лежат, я их продать не могу, потому что они сейчас уже никому не нужны. Там и половина манекена есть, и есть цельные ноги, есть просто верхняя часть. Но они у меня все еще, эти манекены, есть. Я когда-то вам уже говорила, что я когда-то на дому занималась, что я продавала секонд-хенд. Я одевала на этот манекен, фоткала, вылаживала в интернет. И у меня манекенов много. Дети сами себе постель меняют. Да, у меня старшие меняют. Я младшим только меняю. Старшие сами себе меняют. 20 в холодильник не ложи коврики. Так, в холодильник не ложи коврики. Ничего не будет со стеклом. Будет только темно. Я, видите, боюсь, что у нас же в старом холодильнике железные полки. И дети ставят со всей силы. А я боюсь, что они мне его поцарапают. Или сломают. Катя, дай коврики для холодильника, которые я уже заказала. У меня сегодня пришли коврики. Я заказывала в Альберес. Вот такие вот салатовые. Мне понравились, они такие с пупырышками. Это больше для меня, для успокоения души, что дети не стукнут и не сломают. Я знаю, что удобнее будет. Промо некоторые написали скотчем обмотать и всякое такое, но я решила заказать. Да, они не дешевые, 300 рублей с чем-то были коврики. И вот я такого расцветки заказала. Девочки, поиграйте там, пожалуйста. Закрой, Оксана, дверь. Настя, сними уже гирлянду с мухами. Сняла, ребятки. Сняла. А, блин, перемотала все. Опять комментарий потеряла. Ищу. Купите себе новую терку. Ребят, после ремонта, вот как вот все доделаю, будет возможность, куплю. Пока нет. Пока так вот. Тайсон с леса вернулся или нет? Там оставили. Конечно, вернулся, ребята. Он у нас любит по лесу гулять. У меня, когда муж его берет с собой в лес, он его там отпускает без поводка. Он вокруг бегает везде, как с тамошарой. Один раз говорит, все, ушел куда-то. Нету. Кричал, нету. Собираю, говорит, я через час, наверное, говорит, смотрю, подбегает. Такой довольный, счастливый. Так что Тайсон у нас любитель по лесу гулять. Что будете делать с ягодами? Просто заморожу на зиму. Зимой будем свежие сиропчики делать, толочь толкушкой или через мясорубку перекручу, там посмотрим. Зачем красить на кухне? Будет как в больнице, обои лучше. Видите, никто не хочет обои клеить. Все вредные, никто не хотят обои клеить, а я одна не справлюсь. А нанимать, извините, пожалуйста, обои клеить, у меня нет такой возможности. Если вы слышите стук, прошу извинения, муж на кухне полы меняет. Чё ты? Ничего. А, кофта маленькая. Это не моя. У ваших старших детей есть друзья, к которым они ходят домой или на день рождения? Друзья есть, но на день рождения их редко приглашают. А что там с краской для мангала поменяла?
поменяла, да, краску для мангала поменяла, все сделала. Потом вот печку внутри, в зале хочу именно внутри. Я сначала плитку хотела там ложить. А тебе маленькая? И буду красить, решила, что покрашу там. Пока на плитку возможности нет. Так, вы в 17 лет родили первого ребенка? Да, почти 18. Я родила 1 августа, а 1 сентября мне исполнилось 18 лет. Угу. Так, нарисуйте на стриме план кухни, а мы подскажем, что куда ставить. Слушайте, а вы хорошую идею дали. Слушайте, вы прям идеальную идею дали. А то мы сейчас с этой кухней... У нас сейчас, знаете, проблема на трубу поменять. Там вот вы видели, да, на кухне вот эти старые трубы стоят. Чтобы ее спилить, нам надо менять счетчик. Счетчик стоит денег. А как этот счетчик поменять, я еще не знаю. Буду звонить или на горячую линию водоканала, чтобы спросить, или как-то еще буду узнавать. Но вот надо мне поменять счетчик. По идее, менять его не надо. Он у нас недавно, мы его купили. Нам его надо как-то переставить, чтобы нам пришел специалист, переставил и пломбу переделал. Девочки, закройте, пожалуйста, двери. Будьте добры. И срезать трубу, сделать резьбу. Я сегодня ходила, этот аппарат смотрела, сколько стоит для резьбы. Но у нас тут не продается. Надо в городе смотреть, чтобы сделать резьбу и сделать новый вывод для воды. Это вообще... Я не знаю, как мы это делать будем вообще. Он тоже ничего в этом не разбирается. Вот пытаемся что-то сделать. Как у тебя сердце? Не беспокоит? Ну, бывает иногда, но я стараюсь не обращать внимания. Покажи нам тополя, что задевает провода. Обязательно сниму, покажу. Хорошо, ребята. Почаще снимаешь, что и как готовишь. Интересно. Спасибо за идею суп из консерв. Суп из консерв, то это с детства. Свете надо выставлять браслеты на продажу. Я бы купила. Ну, знаете, выставлять на продажу, это очень чересчур сказано. Да никто бы, мало бы кто купил бы браслеты такие. Так сейчас можно любой браслет сделать, по сути. Я вот ей говорю, вышивай брошки. Я когда-то уже вышивала брошки. И говорю, будешь продавать. Такие брошки у тебя купят, потому что они вышиты своими руками. Ну, вот пока она еще думает, но не знаю. Там посмотрим. Вот такие вот были вопросы. Постаралась на них ответить. Фотографию краски я вам сейчас вставлю, какую я купила. Пятно, чтобы замазать. И пятно это тоже, наверное, вставлю, покажу. Потому что я уже и отдирала, и штукатурила, и что только я не делала. Но пятно все равно проявляется. И уже устала от этого пятна. У меня просто этаж трясет. До такой степени мне хочу его замазать, как-то убрать. Это вообще ужас. Видать, когда-то крыша протекала у нас в том месте, и вот со временем оно, видимо, это проявилось пятно. Ладно, дорогие друзья, я на ваши вопросы ответила. Задавайте новые вопросы, пишите комментарии ваши. Ну и всем желаю крепкого здоровья, ну и всем пока-пока!